В минувший вторник Сергей Шнуров выпустил клип на песню «Шмарафон». В ней певица Зоя прошлась по личности Ксении Собчак, а также намекнула, что та родила сына не от Виторгана, а бывшего возлюбленного Капкова. Ничего такого, наставлены рога, похож ведь на Капкова, а нянчит Виторга. Ролик вызвал общественный резонанс. Одни поддержали юмор Сергея Шнурова, а другие посчитали, что тот уже сдает позиции истинной рок-звезды и превращается в простого сплетника. В частности, Максим Виторган, оскорбленный намеками артиста, назвал того хулиганом на подсосе. Собчак же была более резка. Музыканта она окрестила опущенным старым зожником. Из-за возникшего скандала Шнуров, который уже давно забросил личный блог, решил опубликовать ответ на нападки хейтеров. Он заявил: «Все выговорились, успокоились. Теперь минуту внимания, и я объясню, зачем сделал клип «Шмарафон». Да, меня раздражают такие, как Ксения Анатольевна, типа нравственные камертоны, которые как будто имеют право на публичную оценку, унижение и оскорбление других, типа судьи, чужих мелких дел, с высоты своего большого полета. Инфодворяне. Как бы потомственная. Как бы интеллигенция. Им все позволено. И вот, пользуясь ее же журналистскими приемами, я ей показал ее саму. Ее же оружие. Ее метод. В гротескном фокусе оказалось ее подлинное отношение к простым людям. К неровне. Не стесняясь ничего. Шнуров признался, что не считает клип предметом гордости, однако не видел другого способа задеть оппонентку. По словам Сергея, именно такие методы и, возможно, против привыкшей к критике Собчак. Да, за гранью. Да, ужасно. Но это ваши манеры, Ксения Анатольевна. Уверен, певец. Здесь мне пришлось поговорить с вами, на вашем же языке. Залезть в прикроватную тумбочку к условной Волочковой. Потрогать горяченькое. Вырвать телефон у Успенской. Задать вопрос Чулпан. Тонко, творчески. Вам не понравилось, когда так с вами, понимаю. Потому что это правда мерзко. В вашем деликатном ответе, да, о ее деликатности можно написать много песен. Я увидел то, что вы обычно испускаете. Манерное притворство и ну куда же без них. Кричащие ярлыки и интеллигентное хамство. Что ж, как ни крути, но вам никак не спрятать неприкрытого отвращения к людям, ни вашего сословия, которое красной нитью проходит сквозь блистательную жизнь барыни. Тут-то мы с вами, Ксения, сильно по разную сторону баррикад.